6 тысяч жителей Темиртау подписались под письмом-обращением к Илье Назарбаевой. Люди просят дочь президента и по совместительству председателя Президиума Ассоциации экологических организаций страны разобраться с ситуацией с черным снегом в их городе. Инициативная группа доставила обращение в Астану. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы привезли к вам обращение жителей города Темиртау по поводу очень серьезной проблемы в нашем городе черного снега. Пожалуйста, просим вас передать это Алие Нурсултановне. Вместе с письмом активисты передали фотографии, снятые жителями Темиртау. Как сообщалось ранее, власти уже создали специальную комиссию по выявлению причины этого явления. В выбросах подозревают сразу три компании. Все материалы активисты показали депутату Мажилиса и председателю правления Ассоциации экологических организаций страны Айгуль Соловьевой, а также профессору Мусагали Дуамбекову. В ответ темиртауцы услышали совет сажать деревья, вовремя реагировать на вырубку и жаловаться в прокуратуру при нарушениях природоохранного законодательства. Столичные специалисты также обещали приехать в Темиртау с большой командой 30 января. Надо разобраться, значит, с трубами, качество, значит, циклонов, что там они сжигают, значит, какое качественные, значит, циклоны там стоят в этих предприятиях. И я считаю, что главный в этом деле должен быть Министерство энергетики.